решил. Расслабьтесь, получается. Отдайтесь, пускай. И он же решил, неважно какого вы размера по сравнению с ним, он решил. Пожалуйста, отдайтесь, пускай он это делает. Вот. Здесь есть два момента. Девочки, самое важное. Два момента, которые вы должны понимать и партнеры должны осознавать, когда вы это делаете. По поводу размера быстренько поведу. Не партнер, я прозвучала интересно. Не партнер держит вас всей силой, да, и берет ваш вес. Нет. Когда мы сейчас сделаем, вы поймете почему. Неважно там, в чем вы, как и где, вернее, сколько там вес и так далее, вы держите свой баланс, да, партнер держит свой баланс, и никто вас насильно не будет поднимать. То есть там сложного ничего нет. Мы пробовали у себя там на занятиях, да, я тоже брала девочек, пожалуйста, поднимала, и говорит, не, пожалуйста, не ладно, я такая маленькая, я говорю, иди сюда. Бах, попробовали пару раз, ну ладно, окей, хорошо. То есть по поводу этого вообще не должно возникать вопрос. Окей? Итак, самый главный момент, девочки, для вас, это куда ваши бедра направлены. Если ваши бедра и грудная клетка не направлены в сторону партнера, никаких закидонов ног нет. Нога вот здесь. Не пытайтесь закинуть за ногу партнера. Чаще всего получается, если девочки на каблуках, они просто валят в ногу партнера. Да, вот. Не нужно этого делать. Неважно какой вариант, это всего лишь концепция. Это может быть, например, выход из женской саиды, партнер открыл девочку, и опять же таки, бум, нога здесь. Ее бедра не направлены, грудная клетка там. Понятно? Это первая штука. Если я направляю, только тогда девочки делают вот эту вот штучечку красивенькую. Ведем, направляем, видали? Ее бедра и корпус ко мне. И это удобно. Девочки, не забрасывайте сразу ногу туда. Поближе к партнеру. Нет. Сначала нарисуйте круг по паркету, коснитесь ногой, и вы будете знать, где нога партнера, и потом можете сделать люстра, это украшение, когда девочка делает вот такую штучку. Это можно делать как на женской саиде, точно так же можно выйти в променад, неважно, у вас это что, вы с точками хотите, как делаете, подъем ноги, открыли девочку, и опять же таки, если вы ее плоско кладете, нога к себе, видите, если партнер заворачивает, бум, окей? Итак, здесь остановимся здесь по кругу и попробуйте.